Хейл, если вы мы продолжаем проходить игру под названием Минория, и мы с вами в катакомбах или где-то в типе того. Мы нашли с вами улучшенную хилку, нашли проход справа, ну, мне там никуда не забраться. Поэтому только сюда. Здесь мы открываем с помощью ключа. Ключи у нас варианты. Вверх либо влево, но я беру лево. Болезненная комната. Причудливый. Фамианы. Так, при приближении к тайникам издается звук. Ага. Жесткий фамиан. Интересно, какой звук еще плюс? Ага, я выпрыгнуть могу. Хорошо. Лифт еще выше есть. Тут что у нас? Ты ж ё-моё. Я понял. Я понял, где я ошибся. Ошибся я там. Что не юзал хил. Как вариант, я могу пойти просто сохраниться. Чтоб не просрать фамиан. Ну блин, а смысл? Острый фамиан я меняю на причудливый. И поехали. Сейчас я все равно пойду налево. Что у нас все равно здесь лифт наверх. Она пошла. После следующего бежим. И тут проход. Найс. Коснулся сосуда. Вы получили способность, рассекающая апперкот. Находясь в воздухе, подпрыгните еще раз, чтобы применить новую атаку. Ну, это хотя бы более-менее то, что мне нужно. И тут хотя бы я могу сохраниться. Интересно, фамиан работает? А для чего мне сюда тогда нужно было идти, если здесь босс? Непонятно. Ладно. Ну теперь я понял. Хотя бы. Немножко. Знаете, что мы можем сделать? Предметы. Брунгильда. Thank you.
архивы номер 28. Ведьмы 2. Преследование ведьмы стало официальным, когда издали приказ, запрещающий любую связь с Верховной Ведьмой, а также использование ее колдовства или артефактов. Те, кто выступал против, самопровозглашал единой и истинной верой священной канцелярии, также подвергались преследованию. Более того, священная канцелярия целенаправленно рассматривала выдуманные истории о ведьмах, надеясь таким образом отвратить от них общество. Разумеется, этот поход лишь вызвал у простых людей любопытство и интерес к ереси резко возрос. По правде говоря, Верховная Ведьма и соответствовала ее последователи лишь стремятся жить в мире и гармонии с природой, сохраняя ее. Смотрите, по идее, я двойным прыжком здесь не запрыгну, да, на эту плитку. А вот если прыгну, порежу и так, то запрыгну. Понимаете, о чем прикол? То есть с помощью этого меча я могу залезть еще выше, куда мне нужно. Ой, забыл. Так, мне бы желательно нужно было вернуться назад, да? Так, ключ от Т-Исп. Предметы. Так, очень грязный ключ, несмотря на плавное состояние, еще может открыть несколько дверей в темнице. Да, они могут кидаться. Так, я сокращение пути открыл. Хорош. Что тебе сказать? Так, ну и... Серьезно, я не могу выпрыгнуть? Не, ну это нечестно. Это даже не то, что нечестно, это... целесообразно. Ладно, у меня хотя бы хилок теперь 8. И на самом деле вот это хорошо, то что... Так, интересно, сломать игру я могу. Ломаем игры. Гой, ладно, сюда еще пройду. Вау, ты ж ё-моё. Фух, минус сердце. Вот этот звук был отвратителен. Закрыто. Смотрите, на скелетах этих довольно можно много фармить. Так, ладно, обход с другой стороны. Не, вот эти скелеты меня перили напугали. Они громкие. То есть, только видите, активация работает внутри. Вот, а у меня как раз он есть. В смысле, нет? Я не понял. Предметы. А, это... Не понял. Ну, лево. Так, гильотина, найс. Что тут?
Гильотина 2. Окей, лево. Походу, она только наносит урон, когда начинает падать. Хил. Ха. А вот это интересно. О, здесь я чувствую, будет босс. То, что все в раз... А, это эти. Не, они какие-то очень громкие. Ну, не знаю, но они ничего такого не представляют, в принципе, опасного. Просто черепа, которые создают звуки. Но очень отвратительные звуки. Записи архивы 19. Чё за херня? Архивы 19. Темница с куплением. Подземные чертоги, в которых инквизиция священной канцелярии пытает ведьмы и еретиков. Из-за четвертой войны с ведьмами сейчас эти катакомбы почти заброшены. Сестры, которые обычно так... которые обычно за ними присматривали, отправились на передовую, чтобы сражаться с врагом. А брошенная темница искупления прибыла к рукам бандам и воров. Бандам воров, короче говоря. Окей. Не, но они все равно жуткие очень звуки создают. Такой звук громкий. Заперто. Вот скажите, вот стоит меч. Почему я его взять не могу? А-а-а, теперь все понятно. Да-да, именно так. Я хотел именно сделать так. И больше никак. И откуда я начинаю? Найс. А, ну хотя... ну хотя бы не самого. Не, на них на самом деле можно довольно хорошо фармить этот себе. Как он называется? В смысле, мне нанесся он урон? Серьезно? Ладно. Ух. Тихо, я понял.
Я все прекрасно понял вас. Минус хилки. Ай. Тихо, предметы. Не то. Фамильяры. Зловещие. А, точно, я ж под проклятием. Точно. Точно, я забыл, что я под проклятием. Вот скажите, а мне дадут своего меч? Я попрошу, по-любому дадут меч. Я же в этом уверен, да? Я что-то не просто так, да, сделаю это все? Не, конечно, плохо то, что я... Этот хп потратил. Это плохо, нужно вернуться. Смотрите, в чем просто дело. Я могу сразу запульнуть все, что у меня есть жесткого по магии. Херовину. Да, мне кажется, этого и будет достаточно. Я думал, это огонь, это яд оказался. Тоже неприятная вещь. Так, что мы делаем? Смотрите. Раз. Предметы. Так, хорошо. Предметы. Так, фамианы. Фамианы. Ой. Так, что у меня тут еще есть? Стоп, фамианы. Вот это. Раз, два, бац, отошел. А, точно, я же ставил себе меч, да? Так, вот это было плохо. Предметы. А, у меня закончилось. Плохо. Ладно.
Но все равно получил то, что мне нужно. Ключ. Но не меч. А я хотел меч. Обидно. Бац-бац-бац. Ну, типа, на них можно заработать неплохое количество опыта. Буду честен. Типа... довольно много. Окей. Нужно сохраниться. И... так, у нас есть ключ, да? А, это точно вспомнил. Так, а какие у меня фамианы стоят? Нормально. Я хотел посмотреть, как ее разрубит этими культяпками. И это я не на себе хочу проверить. Так, поехали вниз. Сейчас я попробую пойти здесь тоже, да, двери эти? Да. Что мы делаем? Мы летим вверх. Я иду на правую сторону, я смотрю, что справа. Потом мы уже пойдем налево, либо направо. Чёртовы катакомбы я попытаюсь в этой серии закончить. Ай. Слышь, это было нечестно. Животные. О, а это мне уже не нравится. На всякий случай. Хотя... а, я понял, что мне это не понравилось. И вправду херовая затея. Получен черепак, предметы. Священный сосуд. А, ну это я собрал, да, тоже. Что такое черепак? А, в смысле? Базовый урон физической атаки 0.25. Простой стальной черпак. Необходим для наливания супа или накладывания жаркого. А ну-ка. В смысле, это как обычный меч? И он плюс тратит 2 заряда, найс. Лиственный фамиан. Найс, фамианы. Так, лиственный фамиан. Исцеляет отравление. О, вот это идеальная вещь. Она при смерти еще и взрывается отравой. Вот это была полезная информация. Когда бежишь, лучше напрягаться при в этом моменте. Так, комбинация ПЗУ 1909. Хорошо. Теперь мне самое назад идти, да?
Запомню. Блин, нужно было половником побить ее. Посмотри, насколько половник крут. Хотя я могу на этих чертях проверить. А, здесь стоять, здесь... Девулио с бомбами. Так, а что у нас еще выше? Можем поехать еще выше посмотреть, что. Перед тем, как я пойду куда-то из этих комнат. Там, мне кажется, тоже, да, будет с ключами связано. Нет, кажется, я вообще в другую локацию уезжаю. А нет, все-таки все заперто. Но здесь есть выход. Фомян. Нежные костяной пылем. Бросает кость, которая наносит минимальный урон. А я могу сейчас ошибаться, ребят. Ну, я знаю, кажется, к чему это отсылка. Я знаю, на что это отсылка. А если вы играли в Кастельвании, то вы его, может быть, поймете. Ага, здесь мне нужно секирный. Скорее всего, секирный, именно вот этот, будет выбит из босса. А босс у нас будет с правой стороны, так как там кровь. А сейчас мы пойдем с вами искать что-то. Ну, я думаю, начнем с левой. А, стоять мне еще ниже нужно, точно. Ну, тогда я налево пойду. Сейчас застреблюсь. Так, там у нас паутина вообще. Го сюда сначала посмотрим. Ага. А теперь там, где паутина. Ага. Ну, я выбираю эту сторону. Ага. Мало того, что... Я, оказывается, это не могу это... Кувырком задоджить. Издеваетесь. Заперто. Ладно, наступлю, так уж и быть. На самом деле было логично, что не придется наступить. Я мог перепрыгнуть. Вот эта вот локация мне нравится. Почему? Здесь много этих костяных. А за костяного 25 дают. Точно. Забыл. Забыл, что мне еще обратно идти. Пиздец. Ладно, более-менее. Хоть до этого сохранки дошел. Подожди, а то есть у меня два фомена? Пыльных. А так наносит дополнительный урон от оглушения. Но если смотреть то, что мы оглушение почти не создаем, да, можно об этом и забыть. Ладно, что здесь у нас? Окей. Ой, мне кажется, здесь лучше просто пробежать.
Блять, нахера я стоял на месте? Нужно было отхилиться по фасту и кувырок сделать. А, нормально. Ну чё, интересно, что же там? Большой объем мне не нравится уже. С этой женщиной в ее... Так, основание 4 глубины. Введите комбинацию. А, 1909. Думаю, для глуп, да? Нихера. Только где... Подожди. Не-не-не. А теперь мне нужно вернуться будет. Объясню, почему. А что внизу в том? Я ж не знаю, что в том внизу. А вот здесь что? Ящик фамиана. Создает перед персонажем мощный взрыв. Ага. Следующие лица были признаны инквизиторами священной канцелярии виновными и будут наказаны. А во второй вечер они... Мне нужно этих убить, чтобы не мешали. Будут виновны во втором вечере его месяца. А гейму де Ранильям, де Павел и лицейский Мирабайла Сеговлецкая. Ну, скорее всего, это разрабы. Вау, новый левел плюс. Живи. Ну, я не знаю, хотя... В принципе, серебряный. Фу, как они меня бесят. Вот это первый, кто меня напугал жестко. Поехали. Ну, короче, я знаю, куда мне все равно идти. Сейчас сделаем один подъем. Сюда сохранюсь. А, стопы, не сюда. Так, здесь просто пропрыгиваем. Все открыто, все сделано. Вот почему записки нужно читать и смотреть. Ага, хорошо. Бомбардировщики. А, так это двухтычные. Жалко, что не однотычные. Да елки-палки, дай ударить. Я почему-то думал, что здесь будет босс, как бы, катакомбы. Войну. Заперто. Окей. Почему здесь нету босса? Хотя, у нас нету ключа, и есть еще проход выше. Вот, как раз он и есть, да?
Сейчас мы спустимся просто вниз и упадем с... отсюда вниз. Чао, Ливидерчи. Прощай. Да, это оно. Воу-воу-воу, не-не-не, спасибо. Не хочу проблем. Так, а что здесь у нас было? Вспомнил. Сори, это не ко мне. Так, дальше. Воспользуемся лифтом. Как раз у нас два прохода, лево либо право. Здесь на самом деле я даже не знаю. Хотя с правой стороны видается сокращение как раз того же пути, который нам нужен, чтобы выйти отсюда в другие локации. Так я просто поднимусь. Если я получаю меч секиру, то я пойду, наверное... Куда тут лучше на самом деле вот и пойти? Записки, карта. Слева у нас много. Куда? Справа есть у нас вот проход. И здесь есть проход. Вот я не помню, сюда кажется секира, либо обычная секира, либо сломанная секира. Кажется, сломанная секира. О, привет. Как славно, что вы так по-прежнему живы и здоровы. Взаимно. Здесь очень опасно. Я все еще пытаюсь найти выход, но мне не удалось подслушать интересный разговор. Несколько воров говорили о соборе, будто бы мы где-то недалеко от него. Если точнее, мне кажется, что мы под ним. О, интересно. И мне пока что не удалось найти семью. Возможно, их здесь вообще больше нет. Да и другие заключенные не видно. Боюсь, по пути сюда мы тоже почти никого не видели. Но если то, о чем ты говорил, так, о чем вы говорите, правда, и мы действительно находимся в подземелье под собором, нам нужно найти способ вернуться на поверхность. У нас все получится. Я тоже так считаю. Комфора, нам с сестрой Симфил получила важная задача. Мы не можем вас так позволить себе умереть здесь. Мы не знаем, когда ждать подкрепления, а сила ведьм растет с каждой минутой. Жизнь принцессы... Нет. Существование всей Рамази зависит от исхода нашей миссии. Сестра Френ, не переживайте. Мы сумеем выбраться отсюда. Дух, вы правы. Сейчас не время для слабости. Стало быть, в собор? Полагаю, там мы и увидимся. Да. Окей, тогда у нас два варианта. Смотрите, скелет показывает в эту сторону, это, походу, правильный... Так, и ладно, я сохранюсь на всякий случай. О, ну я как раз и апнусь, слушайте. Вот это рили место для фарма. Вот это рили место для фарма. Подожди, если они сейчас восстанавливаются, это отлично. Это отлично, ребят. Короче, я остановлюсь на какой-то промежуток времени, здесь пофармлюсь, а потом продолжим. Я понимаю, что еще 39 только. Ну, продолжим. Короче, какой я фарм создал? Смотрите. Берем этот меч. Он идеальный для убийств их, потому что за одно зажатие он убивает их. Прыгаем в центр, зажимаем, вверх тебе. Все, как вы видите, мы убили их. Бац, плюс опыт. Просто возвращаемся. Сохраняемся, чтобы восстановить наш актив. И продолжаем в том же духе. Просто так сделаем. Постоянно пока не опадемся, как вы видите. На самом деле было бы имбой, если бы у меня еще был фамильяр Фомиан, который дает 14% опыта. Вообще было бы зашибись, я думаю. Хорошо, что я сохраняюсь. Короче, ждал, чтобы это воспользоваться, потом бац, меня убили. Ладно, в принципе, я думаю, с фарма достаточно. Итак, 37 апнул уровень, и очень жесткие у меня сейчас вещи. Погнали. Подождите, а выше у нас... Что, ладно, плевать. По крайней мере, с видимостью садов разобрались.
Да, руками куда более умелыми, чем твои. Эти монашки, они... Ох, как... Что? Они оказались весьма полезными. Они, да? А вот ты бесполезен. Эти религиозные, фанатические, все еще живы. Здорово. Так. Живы-здоровы. Еще и чертовы ведьмы занимаются непонятно чем. Это место не перестает дрожать. Йоу. Кстати, о птичках. Вы... Как вам? Заткни свой грязный рот, бесполезный. Будьте осторожны, сестра Семила. Чем я могу вам помочь, милый монахиня? Не подходи, нам ничего от тебя не нужно. Убийца. Ха-ха, просто очаровательно. Ваши руками я тоже в крови. Следи за языком, такие как ты, не понятны божественной миссии. Божественной миссии? Не делайте из меня дуру. В вашей миссии нет ничего благородного, и вы прекрасно понимаете, о чем я. Достаточно, выйди в коридор, чтобы все увидеть. И вы, воплощение этого ужаса. Неужели это адское место для пыток? Так, пример бесконечной чистоты вашего бога. Нет, ты не понимаешь. Не расстраивайся, дорогуша. Мы только начали. О, ну я говорил, типа, битва с боссом, походу. Так, предметы. Так, стоять. Ладно. Ой, а вот это... Я такие... Влезята... Это, блядь... Опасно. Она траву в основном кидает. Ты наскучил мне. Так, у меня сейчас такой вариант, это предметы. О, не предметы, фамилианы. Так, меч пронзающий врага. Все. Ключ вора. Плюс опыт. Враг уничтожен. Изи. Катакомбы эти. Все грехи имеют цену. Для некоторых она настается непосильной. Сколько еще мне придется убить, чтобы искупить вино? Что бы ни случилось, главное, чтобы мы вместе и что у нас есть цель. Бам. Удар молнии случая. Подожди, ключевор это какой у нас предмет? Ага, это как раз та же секира. Добро. Так, у нас есть наверх проход. Фамианы. Грозовой фамиан.
Не, подожди, это не грозовой у меня было какой. Риф. А ну-ка. Не, фамиан. Это что за фигня? А, пепельный фамиан, только энергия. У меня был. Ладно, полетели. Выйдем куда-то и там закончим. А, это на один конец, да? Замечу, что я здесь или... Не, здесь тоже лестница показана. Я хочу наверх слазить. Хотя я мог сделать так. Подсветить карту, да? Nice. Nice. Короче, мне вообще лучше не падать. Я вас понял. Найс. А не, они все-таки такое тоже. Ну, типа их не усики атакуют. Да, это сложно. Хочу отсюда выбраться и закончить. О, отлично. Отлично. Заперто. Заперто. Итого я... Ладно, вот сохранялки есть. Давайте тогда, я думаю, на этом мы и за... Блин, а подождите, тогда мне... У меня получается по карте, я мог бы еще пойти вправо. И вправо там тоже есть проход, как раз который мне нужно ключ использовать. А, фиг его, ладно. Мне все равно потом вниз идти, там спускаться. Давайте тогда, я думаю, на этом и закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.